Владимир Леонидович Никонов. Заслуженный и народный артист РСФСР. Солист балета Большого театра. Родился в самой обычной трудовой семье. Когда Владимиру было 10 лет, семья потеряла кормильца. Его мама, желая хоть как-то пристроить сына, отдала его в Московское хореографическое училище. Занимался в классе Александр Руденко. Он с первых дней в училище стал показывать успехи. В Большом театре его заметили еще во время учебы. На выпускном исполнил партию Щелкунчика Принца и сразу же был приглашен в труппу театра. Он блистал в ролях Антуана Мистраля в «Пламени Парижа», Вацлава в «Бахчисарайском фонтане», Бернара в «Раймонде», «Голубой птицы» в «Спящей красавице». Зрители запомнили его принца Зигфрида, Данилу, Альберта. Но его коронной ролью была роль Базиля в балете «Дон Кихот». Никонов приготовил ее всего за один день. А партнершей тогда оказалась одна из лучших, по его мнению, Китри – Людмила Богомолова. Позже она стала супругой Никонова, спутницей всей его жизни, его надежным тылом. В кругу коллег Владимира Леонидовича трудно найти такие, как у него, сочетание независимости, свободной воли, спокойной силы, способность держать внутри вскипающие эмоции. Если не знать о его происхождении, то казалось, что перед нами благородный граф. Какой он был человек? Вы общались вне репетиции, вне выступления с ним? Да, Владимир Леонидович, он такой уникальный человек. Вы знаете, я поражаюсь, это, наверное, может быть, единственный как педагог, как артист, который проработал от художественного руководителя Леонида Михайловича Лавровского и до Махар Хасановича Вазиева. Вот сколько руководителей было? Очень много. Да? Я уж не говорю про Григоровича. А вот, насколько я знаю, никогда у него не было никаких скандалов с руководителями балета или с руководителями театра. То есть он умел находить всегда оптимальное решение и разговаривать, и преподносить свой материал, который он подготавливал, так, что это было убедительно. Он был абсолютно добрый, такой беззлобный человек. Я никогда не слышал, чтобы он сказал про кого-то что-нибудь отрицательное. С ним было очень комфортное ощущение в зале, что очень важно для работы. Он был очень надежный, умел держать партнершу. С ним всегда было спокойно и не страшно. Чуть позже будут говорить те, кому довелось танцевать с ним в театре. Партнершами Никонова были Раиса Стручкова, Марина Кондратьева, Светлана Адырхаева, Наталья Филиппова и другие балерины. Техническая оснащенность, хорошая координация, быстрая смекалка и чуткое отношение к партнерше, самодисциплина и требовательность к себе в первую очередь. Всеми этими качествами обладал Владимир Никонов. В 1966-1977 годах он преподавал в Московском академическом хореографическом училище. Способность Никонова преподавать заметил еще Александр Руденко и стал поручать ему ведение уроков. Позднее художественный руководитель школы Леонид Лавровский предложил Владимиру взять класс. Первый самостоятельный опыт получил положительную оценку и задержал Никонова в школе на целых 11 лет. После окончания артистической карьеры Владимир Леонидович Никонов также стал педагогом-репетитором Большого театра. Среди его учеников Михаил Цивин, Виктор Барыкин, Леонид Козлов, Владимир Деревянко, Валерий Анисимов, Михаил Шарков, Юрий Посохов, Вадим Писарев, Александр Ветров, Марк Перетокин, Владимир Непорожний, Денис Матвиенко, Александр Волчков, Егор Храмушин, Карим Абдулин, Давид Мотесуарес
Евгений Иванченко, Егор Геращенко и многие-многие другие. Все его ученики – мастера, вписавшие свои имена в историю большого балета. Я его помню очень хорошо в спектакле «Дон Кихот». Я его видел в часть в школе. Он танцевал Базиля. Владимир Леонидович интересные вещи рассказывал про театр. А с ним очень любили репетировать балерины. То есть, когда ты готовишь спектакль, ты танцуешь его главную партию, естественно, с балериной. И репетиции происходят, вот балерина сама что-то репетирует, партнер, и потом они соединяются. Соответственно, очень часто происходило так, что мы репетировали с партнершей, с ним одним. Балерины это очень любили, потому что он очень трепетно относился к дуэтному танцу, прекрасно этому обучал и делал такие замечания, которым балерину было комфортно. То есть даже без своего женского педагога мы могли пройти весь спектакль, хотя, допустим, балерина пришла просто на дуэтные какие-то, да, наши. Так все заводились, что она и свои вариации, и все проходило прямо вместе с ним. В театре в классе Никонова была создана деловая, доброжелательная и творческая обстановка, которая не оставляла места никакому соперничеству, зависти или злословию. Эта этическая среда возникла из нравственных установок самого учителя, которые он передавал и своим ученикам. Я с него брал пример, как с отца, как он общался с детьми, как он вел свою семью. Как педагог, это был гениальный педагог, с которым я проработал всю свою творческую жизнь, и у него было очень много прекрасных, выдающихся учеников. Он был с нами 24 часа, все время, которое нужно. Были ситуации, которые мне звонили с дома, чтобы выйти бежать в театр, чтобы выйти станцевать, выручить спектакли. И он всегда даже по таким бегам, что надо быстро все делать, он всегда приходил. И он был с нами 24 часа. Чтобы педагог был с нами так целый день, это очень редко, это не все педагоги на это готовы сделать. Вне театра мы его называли папой, потому что он настолько близок был к нам, что входил во все наши, даже вплоть не только театральные проблемы, но и даже семейные. Всегда все праздники, день рождения, в основном, если мы праздновали где-то вместе, в компании, то обязательно присутствовал Владимир Леонидович. И, конечно, очень много нам дал как артист балета, как педагог, ну и как человек. Никонов всегда учитывал занятость артистов в репертуаре, подстраивал свои уроки в соответствии с творческими задачами и состоянием труппы. Все критические замечания, иногда серьезные и резкие, он высказывал исключительно наедине. А хвалил артистов публично, укрепляя в своих воспитанниках чувство уверенности в своих силах. Самый большой плюс для меня, Владимир Леонидович, это было его отношение и уважение ко мне. Потому что со стороны педагога такого понимания, такого отношения у меня не было. Вот и меня в свое время, так как я пришел в театр и был начинающим артистом, мне было очень важно, чтобы меня кто-то поддерживал. Владимир Леонидович, конечно, был такой глыбой в этом плане. И на репетициях я чувствовал себя ведущим артистом. Он очень вселял вот эту уверенность, очень давал как-то понять свою значимость, очень подсказывал, всегда помогал, поддерживал, что, мне кажется, очень важно. Владимир Леонидович был очень спокойный, он нас никогда не ругал при всех. В общем, после спектакля все замечания, которые нужны были, он всегда делал за кулисы, и даже не за кулисы, а в гримерке, как все уходили. Он был очень душевный человек, он всегда был со своим учеником при любых обстоятельствах. Он нам всегда помогал, он был как наш отец. Не только мой, все ученики его. Он мог репетировать любую партию. Вот абсолютно любую. От нежной, лирической до какой-то брутальной, серьезной. И он знал, что нужно каждому его ученику в этой партии. Они вроде одинаковые, но все ученики танцевали по-разному. Потому что он каждого выстраивал именно на эту партию, чтобы выгодно показать, выгодно сделать. Как репетитор-педагог, насколько я помню, начал работать еще солистом балета. То есть Юрий Николаевич уже постепенно ему давал классы, давал репетиции какие-то, и он очень рано начал этим заниматься. Как человек, он был, конечно, очень мягкий. Я говорю, повторюсь, не помню, чтобы он с кем-то когда-то скандалил.
Я не помню, чтобы кто-то возмущался или его поведением, или он возмущался, не нравилось ему. То есть он находил всегда такие смягчать обстоятельства, что, в общем, как бы можно было с него брать в этом плане пример, потому что разные ситуации. Мы артисты, нервы у нас не всегда в порядке. Вот. Но он всегда находил вот среднее, чтобы не ссориться ни с артистами, ни с руководством. И в то же время нас настраивал на то, чтобы мы вышли на спектакль в том состоянии, которое как бы требует именно работа. В 2001 году был награжден Орденом Дружбы. Владимир Леонидович Никонов всегда являл собой пример для других. Учил не конфликтовать, примирял бесконечно возникающие противоречия, умел гасить эмоциональные конфликты. И сегодня любой артист в театре подтвердит, что работать с Владимиром Леонидовичем – это было подлинное счастье. Самое важное, что вы для себя вынесли из работы с ним? Самое важное, наверное, что я вынес, что в нашей профессии надо пахать, чтобы что-то получилось. И не жалеть себя. Наверное, терпение. Потому что разные ситуации бывают, и как с учениками, так и с руководством. И научиться терпеть, не срываться, а именно терпеть, анализировать и делать выводы правильные. И работать дальше, продолжать. Самое важное, он прекрасный профессионал. У него очень интересные прыжки, настоящие мужские в классе, интересные комбинации. У него было заниматься всегда интересно. Поверьте в себя, что он всегда нам говорил, надо верить в себя, потому что на сцену мы выносим себя, как в первую очередь, как человек. Если себя не поверишь, то никто не поверит. Отношение к работе, к труду, к себе. Научил уважать себя. Когда же вперед качнули пассе, вперед демиром пассе, вперед на демиплине ро он дуор, аттитюдик, повороте кандидан и другая нога. Вперед качнули пассе, вперед повели в сторону пассе, вперед на демиплине ро он дуор, полупальчики, аттитюдик, повороте кандидан, аллонже и другая нога. Успеваем, два. Стоит на бастином и... Спасибо, 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 спасибо. Пожалуйста. Дави приеровник. Вперед, четвертый в сторону и дважды в сторону с ножки. Три назад, четвертый в сторону и дважды в сторону с ножки. Пятый. Театр Шакатор, четвертый роль.
три слова или фразы, которые наиболее четко его характеризуют? Добрый, требовательный и суперпрофессионал. Но и мне было ощущение, что он какой-то вот там сверх. Хотя он, по сути, сверх был. Человек, который всю жизнь отдал Большому театру и видел тех людей, там, на которых вообще эта профессия строилась. Первое – это человечность, наверное, так я могу сказать. Да? Второе – профессионализм, как педагога-репетитора. Ну и психолог. Когда ты работаешь педагогом-репетитором, то, конечно, эта сфера касается тебя, потому что ты должен общаться с артистом и настраивать его правильно для выхода на сцену. Потому что спектакли разные, бывают очень тяжелые, и чтобы артист вышел с хорошим настроем, его надо настроить, не только подготовить, но и настроить правильно. Вот Владимир Леонидович это умел делать. Близкий человек – это Владимир Леонидович.